Наши герои приближались к первому осколку артефакта душ. Но они были не одни. Кое-кто прятался среди ветвей. И он очень не любил незваных гостей. Герои молча двигались к тому месту, где должен был быть осколок, пытаясь не пропустить хотя бы намек на опасность. Они очень не хотели, чтобы из-за них случилась беда. Кусочек нашей тройки!
Один осколок у нас! Нас ждет земля гигантов и еще два осколка. Еще немного, и мы соберем артефакт души. Последнее приключение, и жизнь войдет в привычное русло. Кстати сказать, я полон оптимизма. Даже с маленьким кусочком тройки мы способны на многое. Да уж поскорей бы. Пока наши доблестные герои движутся к цели, Сарик пытается подчинить себе обеих сестер тройки и завладеть артефактом силы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!